Доброе утро, Приднестровье. Кальмера, Приднестерия. Меня зовут Андроник Константинов, я из Греции. Мы здесь в Сочи, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Сегодня у нас идет отличная погода, температура 6 утра, плюс 18. И у нас сильная программа впереди. Что подготовили для нас организаторы, расскажу подробнее в новости Приднестровье. Всем доброго дня, ждем вас в Сочи.